Здравствуйте, друзья! Это социальный проект «Безопасное детство». И сегодня мы поговорим о возможных опасностях для детей при использовании утюга. А именно, опасность ожога, опасность возникновения пожара, опасность удушения проводом. Четвертое – опасность поражения электрическим током. Теперь разберем поподробнее. Что важно знать о том, чтобы использовать утюг дома максимально безопасно? Во-первых, в то время, когда вы гладите, лучше, чтобы ребенка не было рядом вообще. При этом в любом случае нужно знать ключевые правила безопасного использования утюга. Первое. Нужно подключать прибор к исправной электрической розетке. Не разматывать провод, аккуратно протягивая его вдоль стены. Ставить утюг всегда в вертикальное положение на гладильной доске, чтобы он своим воздействием на ее ткань не вызвал пожар. Ребенок должен находиться не менее чем в 2 метрах от того места, где вы гладите. Необходимо знать о том, что провода, которыми утюг подключен к электропитанию, во-первых, должны быть недоступны для детей, и во-вторых, всегда должны быть убраны после его использования, потому что ребенок может запутаться, играя в этих проводах, и тут возникает вероятность не только получения электротравмы, но и удушья. Помните о том, что утюг должен быть недоступен детям в ваше отсутствие. В случае, если у вас произошло задымление или возгорание любого электроприбора, вы должны поступить следующим образом. Первое – обесточить его от питания. Второе – вы должны обхватить его каким-то негорючим материалом и отнести в ванную, поставив его в чашу ванну, залить обильным количеством воды. Вообще, о противопожарной безопасности существует масса информации на сайтах соответствующих государственных органов. Внимательно изучите ее. Это очень важно для того, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье и имущество. Более того, не пренебрегайте возможностью приобретения домой огнетушителя. В отдельных случаях он может помочь предотвратить сильный пожар. В настоящее время научно-технический прогресс не стоит на месте. И многие вещи, связанные с безопасностью, учитываются в новых приборах, современных и умных, о которых мы поговорим с нашим экспертом. Пригласили эксперта по умной технике, который расскажет нам о безопасности утюга для ребенка. Сегодня я хотел бы рассмотреть модель Redmond Sky Iron C255S и сделать акцент на функциях, которые отвечают за безопасность. Одна из которых – это функция автоматического отключения. Она позволяет утюгу отключиться, если его оставить в горизонтальном положении без внимания или в вертикальном положении, соответственно. Ну, интервалы мы не будем говорить, сейчас это не так важно. Самое важное, что данная функция позволит обезопасить жилище от несчастного случая и пожара. Конечно, да, пожар – это самая важная вещь. В утюгах Sky Iron реализована функция дистанционного управления, а значит включение утюга с помощью приложения Ready for Sky. Правильно ли я понимаю, Алексей, что этим утюгом можно управлять с помощью приложения? Да, безусловно, правильно. Управление через приложение позволяет отключать утюг, когда это необходимо, заблокировать его, если это нужно. Но опять же, обо всем по порядку. Я смогу включение утюга увидеть это на дисплее смартфона. То есть, если утюг поменял свое положение, стал в вертикальном положении, хотя лежал на полке у вас в горизонтальном, или же оказался кверх ногами, приложение вам об этом подскажет. Вы будете знать, что кто-то из посторонних взял, в общем-то, утюг, и он может начать представлять опасность для ребенка. Вот. Во всем остальном само по себе приложение максимально понятно, доступно. Хорошо, Алексей. Ну вот увидел я, что кто-то взял утюг, что он изменил положение, включился и так далее. Что я могу сделать в этом случае? Отличный вопрос. Давайте продемонстрируем это наглядно. Предположим, что вот я взял утюг, да, и утюг у меня начал нагреваться, как вы видите, сработал индикатор. Что я могу сделать? Увидев, что утюг включился и, ну, начинает нагрев, я могу его отключить. Таким образом, утюг сигнализирует о том, что питание прекращено. Вот, поэтому данный функционал приложения позволяет элементарно отключить подачу питания на утюг. Более того, если говорить, можно ли предотвратить подобные случаи заранее, то
на этот случай также имеется определенная функция. Эта функция называется безопасный режим. Данная функция позволяет заблокировать утюг. Ребенок не сможет включить утюг вне зависимости от того, что бы он с ним ни делал. Включил ли он его в розетку, начал ли он поворачивать регулятор температуры, утюг просто-напросто не включится. Да, все действительно понятно и наглядно устроено. Действительно, приложение максимально наглядное. И давайте продемонстрируем, как это работает для наших зрителей. Вот обратите внимание, что сейчас сам по себе индикатор утюга, он горит серым цветом, то есть он не подсвечивается, если быть точным. Подняв утюг, изменив его положение, он меняет, соответственно, свою индикацию на оранжевую, и утюг, как видно, находится в горизонтальном положении. Ниже находится кнопка включения-отключения, кнопка безопасного режима, то есть все на одном дисплее, все на одном меню, максимально просто и понятно. Да, спасибо, Алексей, техника действительно отличная. Спасибо вам большое, до новых встреч, всего хорошего. Спасибо вам, что пригласили. Будем рады снова к вам прийти и до скорых встреч!